Харків – найпоетичніше місто. Місто, де завжди зосереджувалась інтелігенція. Він здавна славиться іменами людей, які посідають визначне місце у світі літератури. 21 серпня арт-кафе «Агата» залило сяйво поезії. Саме Харкову був присвячений літературний вечір «Срібне місто», організований поетом Богданом Антом. Сьогодні ми проводимо чтення, музикально-поетичні чтення в рамках конкурсу «Срібний город» на лучшее произведение о Харькове. Этот конкурс был основан 4 года назад и уже выдержал подведение двух итогов, которые выражались в награждении лауреатов 2012 года и 2014 года по 4 номинациям: поэзия, проза, публицистика и научное исследование. А также выразился в выходе вот такого вот одноименного сборника «Серебряный город», литературный сборник, в который вошли лучшие произведения конкурсантов. Когда опускаешь тумана шаль ты, садишься за руль, стой! Мой город цвета мокрый асфальт, серебряный город мой. Богдан Ант продовжує культурні традиції Харкова. Він не просто пише вірші, на меті у поета – об'єднати людей мистецтва. Саме тому і створив творче об'єднання «Містеріанці». Творческое объединение мистерианцев было основано 24 июля текущего 2015 года. Основную задачу, основные цели и идею наших мистерий можно выразить несколькими словами. Мы объединяем людей искусства, которым не чужда идея работать на культурную традицию, продолжать культурную традицию, собирать в общую копилку лучшие находки в области поэзии. Поэзии в широком смысле, как гармонии и хорошего вкуса. Мы это делаем для того, чтобы хоть что-то противопоставить разрушительным постмодернистским тенденциям нашего времени. Скитальцами полнится улица, будто их притянул маг Нит. Город не спит, целуется. Он давно познал похоть и плоть, и не помнит молитв. Город – бездомная улица. Одні требують чувств, а другі – гражданський спліт. Катерина Дереш – одна із засновниць творчого об'єднання «Містеріанці». Для неї поезія – це шлях до самовираження. Збірка поетеси «Сплав» несе ідею пізнання Всесвіту та, власне, нас самих. Не дивлячись на те, що у наставника Катерини традиційніший погляд на поезію, дівчина обрала власний шлях. Ну, на даний момент у мене є цикл, який продовжується. Це цикл стихов на лестничній площадці «Буття». У меня все стихи связаны либо с мирозданием, либо каким-то промежуточным этапом. Еще несколько последних стихов были написаны от мужского лица. То есть если бы кто-то читал «Посторонний мне человек», не догадался бы, что это мои стихи. Есть творческое направление, постфутурайт называется. Это авангардные стихи, мы его разрабатываем с Андреем Костинским. Ну, бывает так, что я напишу стих, и, допустим, «Богдан, можешь послушать?» Или послушать, либо прочитать. Он мне говорит: «Ну тут же грамматика, тут же грамматика». Я говорю: «Ну да, я понимаю, что тут грамматика, но все-таки ты пишешь так, я пишу так». На музикально-поетичному вечорі панувала атмосфера дружби та любові до рідного міста. Зі сцени лунали вірші містеріанців, переможців поетичних конкурсів та просто талановитих людей, які написали хоча б один рядок про свій улюблений Харків. Здесь адрес земля, но из тысяч жилищ нам одно не в пример родней. Мой вечный, мой личный, мой первостоличный город души моей. Тут скверы, тут парки, тут стройки, тут сварки, жизнь из ядра земли пробилась ключом в твоем сердце, Харьков, и разлилась вдали. Ну, на этом вечере я хочу прочитать не только свои стихи, а вспомнить еще тех людей, чьим творчеством я как филолог и как литературовед занимался. В частности, на мой взгляд, лучшее определение поэтическое Харькова дал Михаил Кульчицкий. Это поэт, погибший 24 года, харьковчанин, в 1943 году он погиб, а у него день рождения как раз 19 августа, то есть вот буквально пару дней назад. И, наверное, символично в преддверии дня освобождения нашего города
вспомнить это имя и ту строчку, которую он написал. Он написал: «Я люблю родной мой город Харьков, сильный, как пожатие руки». Володимир Купичко – автор та виконавець пісень про рідне місто. Він видав збірку поезій про Харків «Харків'яни», поема про місто. Є люди, які просто люблять цей город і пишуть стихи о ньому. Якщо людина написав хоч одну строчку, то ця строчка є в цьому збірнику. Другий питання, що от після виходу книги робота над збиранням нової інформації, вона застопорилась. Ну, я не бачу поки ні спонсора, ні необхідності. Тобто, має пройти час, акумулюватися. Это очень такая кропотливая работа. Я не ожидал такого количества произведений о Харькове. Этот город не повест, он рабочий, не повест, хоть нелегкого замеса. Этот город не Ростов, не успевший возгордиться от избрания столицы, не тоскует за жар птицы и судьбой Нью-Васибо. Интересно послушать людей, которые повидали больше, чем наше молодое поколение, и послушать, собственно, их стихи. Причем не только прочитать, а еще и послушать от первого лица, то есть услышать те интонации, которые они вкладывали, чувства, эмоции, все это увидеть и услышать. Очень интересно. Такие собрания, если их проводить регулярно, то будут набирать все больше и больше людей, и таким образом через людей, я думаю, круг вырастет. На наших очах знайоме з дитинства місто відкрилось з найнеочікуваніших та найцікавіших сторін. Поринаючи у атмосферу містерії і повної закоханості у рідний край, які панували на літературному вечорі, ми бачили Харків очима поетів. Харків величний, срібний Харків.